Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в Центре исторической реконструкции «Ленивый торжок». Сегодня я хотел бы вам рассказать о метательном оружии народов мира. В частности, сегодня речь пойдет о таком метательном оружии, как лук. Это орудие использовалось человеком с незапамятных времен. Археологические раскопки нам говорят о том, что уже 64 тысячи лет назад человек начал пользоваться луками для того, чтобы добывать себе пропитание для охоты и для того, чтобы защитить себя и своих близких от врагов. На сегодняшний день мы... Знаем о нескольких видах луков, которые изготавливали наши предки. Это три основных вида метательных луков. Простой лук, составной и сложно составной лук. Сегодня мы поговорим о всех этих видах луков. И вкратце я вам расскажу о том, чем они отличаются друг от друга. Давайте поговор... начнем говорить о самом простом луке, о прямом луке, который изготавливался из, единое... из единого куска дерева, так называемые простые прямые луки. Простые прямые луки использовались большинством, большинством народов мира на территории Европы, Азии, Африки и Америки. Эти луки хороши тем, что их можно сделать было достаточно просто, и они служили своей цели, пускай не очень долго, но достаточно качественно. Делались они из э, всего нескольких пород дерева, потому что не каждое дерево может э, служить для изготовления луков. Наиболее известные породы деревьев, которые использовались для изготовления простых длинных луков это английский тис, э, клен, дуб, береза и ясень самая известная порода дерева, о которой мы знаем, из которого изготавливались большие луки, это, конечно, английский тис, потому что луки из английского тиса в нашей истории очень известны и очень много интересных событий связано именно с этими луками. Столетняя война в Англии против Франции была выиграно при помощи именно таких луков, которые достигали э, силы силы натяжения до 80 килограмм. Э, на самом деле это очень много, даже для современного человека э, натянуть лук силой 80 килограмм э, сможет далеко не каждый. И э, лук как орудие. Использование э, не дано использовать каждому. Нельзя просто взять и э, в руки лук и тут же попасть в мишень даже очень недалеко. Поэтому э, для того, чтобы использовать э, лук, использовать его по назначению и использовать качественно, э, необходимо было готовить лучников с самого детства. Известно, что хороших лучников как в Европе, так и в Азии готовили с самого раннего детства. С 4-5 лет дети в качестве игрушки уже получали свой первый маленький детский лук, с которым они начинали сначала баловаться и играть, и потом это переходило в серьезное занятие, которое в дальнейшем становилось их профессией вот Продолжим немножко разговор о простых луках. Простые луки, как я сказал, были достаточно легки в изготовлении, но у них были несколько больших минусов. Во-первых, использовать их могли достаточно краткосрочно, потому что дерево очень быстро устает и луки элементарно ломаются. Далее для того, чтобы его использовать как можно дольше после каждого применения лука, его надо было обязательно снять с него тетиву и хранить его именно в таком состоянии, со снятой тетивой, потому что дерево при напряжении оставляет некую деформацию и лук перестает работать в максимальную силу. Для того, чтобы начать использовать этот лук, надо было одеть тетиву, натянуть лук, и только после этого его использовать. А это было крайне неудобно, поэтому человечество и лучшие умы того времени, наверное, придумали следующий э, вид луков. Это составные луки. Они не сильно отличались от первых луков, но э, их, их отличие состояло в том, что теперь э, луки изготавливались не из единой части дерева, а склеивались из разных пород деревьев. Э, одна порода э, клеилась на внутреннюю сторону лука, другая на внешнюю. Это позволяло улучшить характеристики луков, улучшить их боевую способность, и э, продлить им жизнь. Они такие луки служили гораздо дольше, могли быть более короткими в отличие от э, английских лонгбоу и использовались э, более повсеместно и э, с большей надежностью. К сожалению, на нашей планете не везде присутствует достаточное количество древесины, из которой можно сделать луки. Поэтому был создан следующий тип луков, который называется сложносоставной лук азиатского типа. Эти луки делались гораздо сложнее. Технология их изготовления была трудоемкой, занимала очень много времени, но эти луки, несмотря на то, что их размер в отличие от длинного английского лука существенно короче, они запасали... Энергию выстрела как минимум на 30% больше за счет вставленных э, рожков и за счет того, что лук со, э, собирался таким образом. Бралась, бралась древесина с внутренней стороны она обклеивалась э, рогом выделанным, а снаружи э, она обклеивалась жилами специальными сухожилиями, которые э, полосками обклеивали с внешней стороны, Все, обклеивали не просто клеем, а уникальным клеем из и чешуи, как правило, который супер прочно держал эти слои деревьев. После того, как под прессом склеивали этот пакет, несколько лет заготовка должна была вылежаться. Склеится таким образом, чтобы лук можно было использовать. После этого его э, покрывали или лаком, или э, покрывали берестой, или тонкой выделанной кожей. И при этом лук мог служить настолько долго, что один лук мог использоваться и дедом, и отцом, и внуком. То есть несколько поколений людей могли пользоваться одним луком. Да, они стоили гораздо дороже. Это была ценность каждой семьи, но тем не менее они того стоили потому что эти луки имели замечательную характеристику. И очень немаловажно, что короткие луки, в отличие от длинных, могли использоваться не только пешим воином или охотником, но они могли использоваться и при езде на лошади. Это дало огромные преимущества народам, которые вели кочевой образ жизни, степнякам, которые не представляли своего образа жизни без коня. И мы знаем из истории, что воины... Конные воины, лучники, степники были страшнейшим, страшнейшим оружием государств они были настолько хороши, что многие битвы выигрывали именно конные воины лучники, потому что моментально наскакивая на вражеские на врага, осыпая их тысячами стрел и моментально скрываясь это наносило существенный урон врагу. Это, собственно, и послужило тому, что эти луки были очень популярны и очень ценились. Мы знаем, что во многих странах эти сложносоставные луки служили долго и правдой, и буквально еще в прошлом веке можно было... Слышать о том, что некие армии мира до сих пор, несмотря на присутствие и распространение огнестрельного оружия, пользовались луками. И на сегодняшний день есть несколько государств, где стрельба из лука, потеряв свои военные свое военное назначение является национальным видом спорта является частью национальной культуры очень многие народы нашей России до сих пор а, чтят а, лук как а, часть своей культуры а, этому обучают своих детей знания о изготовлении и об использовании лука передаются из поколения в поколение. На сегодняшний день э, лук как оружие и как орудие добычи охотника, оно перестало быть актуальным, почти перестало быть актуальным, но тем не менее вы видите, что луки до сих пор изготавливаются, да, они стали использ... в изготовлении лука используются уже... Не рога и не жила, используются современные материалы, используются качественные современные материалы, как и для изготовления луков, так и для изготовления тетив для луков и для стрел, но тем не менее луки актуальны и сегодня, как спортивные снаряды, как э, часть культуры некий, некоторых народов, и луки с удовольствием используют не только дети, но и взрослые. Поэтому я хочу сказать, что луки они прошли сквозь сквозь века, сквозь тысячелетия и по сей день э, стрельба из лука вызывает некую эйфорию, когда ты держишь лук, э, просыпается в тебе нечто такое, что что приятно где-то в душе, и ты ощущаешь себя, если, если не настоящим воином, то как минимум э, чем-то причастным к этому древнему таинству стрельбы из лука. Хотел бы вам рассказать про одну из характеристик луков, о которых очень часто спрашивают люди и которые очень часто интересны. Это дальность выстрела. Если говорить о дальности выстрела луков, которые представлены здесь, длинный английский longbow стрелял в среднем на 300 метров. 300 метров это достаточно большое расстояние, но это простой лук, который сделан из единого куска дерева. Если мы будем говорить о композитных луках, то его дальность увеличивается как минимум сразу на 30%. И э, дошедшие до нас сведения говорят о том, что хорошие э, стрелки из лука, из... Луков, э, могли выстрелить на 500 метров и больше. Много сведений, э, говорящих о том, что 600 и 700 метров – это было не предел для хорошего лука, э, азиатского э, сложносоставного лука. Но и интересен факт другой, что на сегодняшний день современные луки Стреляют на такое расстояние, о котором даже сложно представить. А если говорить о современных рекордах дальности выстрела из лука, то у мужчин эта дальность составляет 1222 метра, а у женщин 950 метров. С завершением всему сказанного я хотел бы вам продемонстрировать выстрелы из каждого из наших представленных луков и посмотреть, что действительно это не просто игрушка, а это орудие, которым можно пользоваться и пользоваться с, с удовольствием.